детей растить, поднимать одна, без мужа, она молодая женщина, 29 лет ей исполнилось. Вот, это страшная трагедия. И поэтому люди, которые начинают писать вот такое дерьмо, говно, для меня это шок, искренне вот шок. Я не понимаю, это мерзко. Для меня это мерзкие твари. Ты куда пошел? Пошел. Сейчас скажут, ну все, Вовченко уже с мужиками здесь. Нет, не с мужиками, это моя группа почему-то не спит. Завтра утром им уезжать в 8:30. И они не спят, шельмы. Марина Васильевна ругаться будет. Я понимаю, я тут хожу, у меня работа, а вы-то чего, не спите? Вот, поэтому, ребят, я напишу пост. Готовлю сейчас как раз, ну, буду дальше добавлять девочек в закрытый клуб. Напишу пост, подготовлю, потому что я по-другому вижу всю эту историю, всю эту ситуацию. И я вижу вот это мерзкое, отвратительное отношение людей к людям. То есть, когда все плохо, они начинают, знаете, прям на костях танцевать, радоваться. А вот, видишь, вот. И не понимают, что любой человек может попасть в эту ситуацию. А вот, видишь, а вот все ваши блогерские. И не понимают, что это твоя профессия, это обычная работа. Да, блогер. То есть, получается, если у тебя там умирает мама или папа, ты что, забиваешь на всю свою жизнь, на работу не ходишь там, да? У меня мама умерла, когда мне было 17 лет. Я сдавала экзамены в школу. То есть, что получается? Мне должны были указывать, у тебя мать умерла, а ты в школу еще ходишь, учишься. А как же, ты не горюешь, что ли? У человека есть момент горевания. Она отойдет, она скоро осознает, что произошло. Она даже сейчас до конца не осознает. Она осознает, что произошло, отойдет. И наступит такой момент горевания, очень серьезный. К тому же, ну, надо понять, что самый близкий человек. Муж, да, вторая половина. Двое детей маленьких. Девчонки, спать? А вы... Поэтому я напишу пост, я буду рада, если вы поддержите. Кто-то пишет, у нее 300 тысяч человек добавилось на этом горе, а она сидит. То есть, понимаете, люди на чем пытаются, она уже закрыла все комментарии, люди на чем пытаются тыкнуть, указать. Это бесчеловечно, честно. Мы люди и должны это понимать. И когда еще крупные блогеры, когда звезды начинают вот такое писать, такую ахинею, мне реально хочется задать вопрос. Да? А вы что, боги решать за кого-то, да? Правильно она делает или неправильно? Можно ее оскорблять или нельзя? Осуждать. Осуждений сколько полетело, прям в ее огород. Осуждение. Я, в общем, ну, разочарована во многих. Разочарована. Про Катю Диденко, у которой сегодня в ее день рождения умер муж. При трагических обстоятельствах умер муж, умерла там подруга, умер еще кто-то друг. 4 человека погибло. 4 человека погибло, представляете? Да, она попросила, причем помощи психолога, она понимает, что у нее крышу уже сносит. Да, и я помню, когда я узнала, что у меня мама умерла, мне было 17 лет. Я реально выпила, наверное, бутылку. Ну, потому что шок, стресс. Тоже пошла мыть посуду, что-то готовить, писать уроки, готовиться к экзаменам. Папа даже не знал, что я взяла у него из погреба чачу, наверное, литрушку выпила и ноль. Сижу трезвая. Представляете, ноль. Потому что сильный шок, сильное потрясение. И тут поддержка даже, знаете, не в тему будет, потому что поддержать человека в этом состоянии тоже непросто. Надо еще уметь. Это надо, опять же, быть опытным психологом, который может поддержать. Человек со стороны, не обязательно даже близкий, родной рядом, который сможет поддержать. Здравствуйте. Да, там подружка, по-моему, блогер, девочка. Угу. Ну, так о том и речь, да. Вся связь в Инстаграм, а куда писать? Она обычные вещи делает нормально. А когда ей через месяц сообщить, когда уже все СМИ разнесут, по Первому каналу покажут, она тут такая, ой, вы извините, я не хотела выходить. Она здесь и сейчас. Она пишет тогда, когда все произошло. Ой, у нее там остались сторис, как она веселится, а потом они еще глумятся. Блин, это ж не сразу пришло сознание, что смерть произошла у людей. Да, я всем отвечаю в WhatsApp, девчат, всем отвечаю. Я закрою эфир, буду дальше продолжать работать, буду всем отвечать. Все хорошо. Угу.
Это у меня через дорогу, ребята, вон там, вон, видите, поют, больницы развлекаются, такие они веселые ребята. Абсолютно верно. А вы помните, когда руку сломала тоже? Я вам так скажу, что химик может ошибаться. Врачи ошибаются. По врачебной ошибке люди умирают. Люди там мины разминируют, тоже ошибаются. Как говорят, есть один только, одна только единственная шанс на ошибку, да? Там спортсмены, ну ты же спортсмен, что с тобой может? Умирают, потому что большие нагрузки в спорте. Или под химией тренируются. Вроде с виду спортивный человек, здоровый, как говорится, в здоровом теле, здоровый дух. А раз и умер. Почему? Потому что сердце не выдержало большие нагрузки. Там фармы разные, добавок, ну, для спортсменов много. Почки нагружают, печень нагружают, сердце нагружают сильно. Вот и умер. Ты же ЗОЖ, понимаете, еще вот что теперь? Если я йог, это не говорит о том, что у меня кости не ломаются. Я когда на лыжах улетела, помните, руку поломала, да? Злорадство. Или Марина снимает. У меня, правда, там... Ну, я, правда, человек такой, если бы мне такую куню написали, я бы там вышла бы в эфир, как разъебала бы весь эфир. Извините за мой французский. Вот. И когда руку поломала, тоже такие злорадствовали, знаете? И зачем это снимать? Да за тем, чтобы спросили. Хочу, снимаю, показываю вам, что значит вправить руку. Что значит терпеть боль, что значит быть сильным человеком тоже, и что значит аккуратным, быть аккуратным. Потому что, а потом мне, кстати, благодарность многие написали, когда я сделала эту чесалку для, под гипс. Прикольную вот эту веревочку, чтобы чесать, когда потеет рука. Вот. Но тоже были злорадные. Я причем удивляюсь. И такая же там одна такая сучка прям. Марина, вы всех... Я не помню ни одного эфира, когда я кого-то лично проклинала. Или людей вообще проклятия какие-то стала. Я всегда говорю, что жизнь бумеранг. Будете в мой адрес отправлять, не удивляйтесь, что вам это вернется. А она взяла это и перевернула. Ну, она такая, мразота какая-то. Все время меня с разных аккаунтов преследовала. И уже все аккаунты ее заблокировала. Она все равно идет на чужих страницах. Не дай бог, где-то кто-то обо мне что-то скажет. Она бежит. Вот это вот овца Божия. А вот Вовченко всех проклинает. Говорю, Господи. Что вы там курите? Когда? Я хоть в одном эфире. Я людей люблю, человека люб. Я жизнь люблю, людей люблю. Я себя люблю в первую очередь. Я обожаю своих детей. Я, ну, там, котика своего люблю. Я не знаю, я не проявляю к людям вообще там ненависть какую-то или проклятие. Зачем? Потому что я сама веду эфир, как он работает, как он прилетает. Я прекрасно знаю, как он работает. Кстати, на Бали здесь в этот раз как-то совершенно страшно даже думать, настолько быстро исполняются все твои желания. Я уже, это, знаете, прям девчонкам говорю, девчата, думаем через раз, и если думаем, то лишний раз подумаем, о чем подумать. Потому что, вот представьте, вот так, элементарно. Да, я с вами согласна, и терпением, и деткам, и Катюше на Бали. Вот в этот Bubble Hotel. Да, вот, Bubble Hotel. Мадам пиво, я такая думаю, ни хера себе, 30 секунд прошло. Конечно, пиво. Залила, и девочкам говорю, блин, не, вот так, говорю, ну как, всегда летаю, платки беру, большие парео. Сидит старушка под кустом, на этом же пляже, блядь, под кустом, пекло 40 градусов, ни души. Платки продает, представляете, я вообще охерела. Я взяла этот платок красивый, потом на фото его увидите. Я взяла этот платок. Пошла в море ночью, только прилетели с девочками, ну, у меня традиция, голенькими в океан, темно, ночь, звезды, красота, океан шумит, приливная волна. И на приливе не заметили, как тапки ее унес океан. Один тапок она нашла, второй океан унес. Она такая, океан, пожалуйста, верни мой шлепанец, он мне дорог, как память. Я его там покупала, где-то она там в Америке покупала. Короче, какая-то память великая у нее там. Не поверите, она идет утром, этот тапок на берегу, выплюнул океан, вернул ей этот тапок. Что-то еще здесь у нас, что-то интересное такое было по желаниям. Вот прям вот так все, молниеносно, хоп-хоп-хоп.
Я уже сижу такая, думаю, баты мои, надо прям аккуратненько со своими мыслями вот, как-то фильтровать вообще, что ты там думаешь. Вот, так что загадывайте желания. Пока на Бали, пока энергия есть тут такая мощная, можно загадать. Мысленно, здесь писать не надо, мысленно загадайте. Вот лично я от души хочу Катюше пожелать побольше сил, терпения, чтобы и всех этих хейтеров пережить, потому что ей сейчас надо сосредоточиться на ситуации, на своих детях, на себе. А, ну, понятно, что произошло, то произошло, она чуть позже. Время сделать свое дело, оно, конечно, не то, что лечит, но оно меняет отношение к прошлому, меняет отношение к ситуации, вообще ко всему. Вот, и надеюсь, что психологическая помощь у нее будет вовремя, хотелось бы. Бойся своих желаний. Или желай правильно. Это точно, да. Вот сколько? 20 минут я с вами. Что-то тут еще у меня было. Только мысль подумала. Иришка, дочка, говорит. Мать, я говорю, дочь, желай. Мать, давай, говорит, я пожелаю. Яхту. И красивых мужчин на яхту. Приезжаем в группу. Девчонки заказывают яхту. Она едет с Юриком. День рождения ребенку отмечать. Короче, мальчишки, Юрка, Егор, Иришка, Макарчик, маленький тоже мальчишка, 3 года, Егору день рождения не отмечали, Димка, муж Наташи, там их, ее отец, ну, в общем, представляете, да? Ир, говорю, ну ты нифига себе пожелала, на тебе яхта, пожалуйста, с мужиками. Одни мужики были, Наташа единственная, с Иришкой женщины были. Куда? Не пишите, пожалуйста, глупости, вот это обвиняет производитель или еще кого-то, еще чего-то. Не нужно, пожалуйста, вот этот мусор, ну реально, вы только себя на секундочку поставьте на ее место. Как бы вы себя повели, как бы вы чувствовали себя в этот момент, ну, как бы вы пережили. Поэтому не нужно, пожалуйста. Да, спасибо. Веселые, да, ребята? Бали, это потрясающий остров. По поводу клуба. Я напишу, под утро готовлю пост про Катю Диденко, все напишу, все расскажу, ребят. Нет, не могу маску брать, потому что у меня сильно такой прям загар красный, потом я еще не могу надеть очки, они у меня поломанные, вот, мои любимые. Кто-то, видать, сгладил мои очки, которые я очень люблю. Алеша приехать мне отремонтировать, ну, который массажист Алексей, Маша муж. Вот, я смогу с вами нормально уже общаться. Угу. Да, по поводу клуба, еще раз, вся информация у меня есть под постом, где я в красных украшениях. Ну, знаете, по глупости, смерть не по глупости. Ну, да, вот так бывает. Куда поехать на Бали? У меня завтра группа едет. Возьмите гида Нирту. Я о ней много раз говорила, писала Шпаке, я со Шпаками ее познакомила, она им классные экскурсии на Бали сделала. Самим очень сложно здесь. Она балийка, она местная, она знает очень много крутых мест. Во-первых, она разговаривает на балийском, она быстро договорится, и скидки сделает, и все, быстро пройдет. То есть, ну... в закрытый клуб завтра, стоит клуб 1000 рублей в год, с вами будет 5 спикеров, я, Тамерлан, Иришка, Мария Каста и Сабина Пантус. Каждый вечер у вас будут прямые эфиры. Как просить? Да приходите, у вас целый год за 1000 рублей всего лишь, целый год будут эфиры по психологии, по сексологии, по профайлингу. Отдельные эфиры будем с вами ежить по воскресеньям, хочу сделать воскресные практики, йогу такую мягкую сделаю, хорошую, на расслабон для спины, для дыхательную практику, пранаяму, шавасану. Будем кайфовать с вами целый год. Заходите, обо всем будем говорить. Сейчас добавлю. Я сейчас всех добавлю, солнышки. Все, я вас люблю, целую. Когда я присылала сообщение,